5 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии нового автомобильного тоннеля и подземного пешеходного перехода на проспекте Гейдара Алиева перед стадионом Шафа. В столице региона идет строительство многочисленных путепроводов, мостов, тоннелей, подземных и подземных пешеходных переходов, прокладываются автодороги на уровне международных стандартов. Вся эта работа осуществляется в соответствии с государственной программой обновления и развития сети автодорог в Азербайджане на 2006-2015 годы. Распоряжением президента Ильхама Алиева в Баку продолжается работа по проектам регулирования движения транспорта и усовершенствования дорожной инфраструктуры. Одним из таких проектов является строительство на проспекте Гейдара Алиева перед стадионом Шафа автомобильного тоннеля пешеходного перехода. Построенный на территории с интенсивным движением транспорта, тоннель и пешеходный переход предназначен для обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов и устранения автомобильных пробок. Вначале президент Ильхам Алиев посмотрел схему, отражающую нынешнее состояние тоннеля и подземного пешеходного перехода перед стадионом Шафа. Министр транспорта Зия Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах нового сооружения. Затем президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия пешеходного перехода. Во время знакомства с пешеходным переходом глава государства был проинформирован о том, что сооружение протяженностью 214 метров, шириной 16,5 метра и высотой 3 метра рассчитано на окончательное решение существующей до сих пор проблемы перехода для пешеходов в этой части проспекта Гейдара Алиева. Переход не только обеспечивает безопасное движение, но и привлекает внимание внутренним дизайном и отвечающий требованиям дня инфраструктурой. Современная система освещения эскалатора обеспечит удобство для пешеходов. Затем президент Ильхам Алиев открыл новый тоннель перед стадионом Шафа. Глава государства был проинформирован о технических показательных сооружениях. Было отмечено, что общая протяженность тоннеля составляет 224, ширина 16,5, а высота 5,5 метра. Протяженность открытой части переезда составляет 441 метр. В ходе реализации проекта были проложены новые подъездные пути протяженностью 1480 метров. После ознакомления с новым сооружением президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена схема автодороги, которая, проходя через подземный автомобильный тоннель, построенный на проспекте Гейдара Алиева, соединит проспект Бабека и Зиебунятова. Глава государства дал поручение рекомендации, связанные с реализацией проекта дорожного строительства.